Сила гор. Сила духа. Сила воли. Сила красоты. Сила семьи. Сила традиций. Сила движения. Сила света. Сила Сибири. Национальное достояние. Переброска людей и техники в Якутию, охваченную огнем, прибывают медицинские военные подразделения. Она первая, хоть и место в дисциплине, заняла второе. С Анастасией Галашиной, начавшей отсчет количеству медалей России на Олимпиаде в Токио, поговорил Михаил Плохотник. Исход по-американски. Почему территорию, освобожденную военными США, захватывают талибы? Минтруда предлагает учредить День отца, и для некоторых этот праздник станет профессиональным. У официально признанных с дипломами лучших пап в гостях побывал Алексей Квашенкин. Она не просит денег на лечение, она их зарабатывает. Шестиклассница из пригорода Новороссийска вяжет пледы на продажу и таким образом зарабатывает на поездку в клинику. Подробности у Сергея Пикулина. Невероятно теплая вода и холодный прием Балтийского моря в Калининградской области. Большое число отдыхающих